Всем привет, с вами Арсеночка, и сегодня у нас Путь Стар, пятая часть. Только почему у меня на английском? Так, и какой же пинчик выбрать? А, оба! Я думал... Потом два еще эпик пина. Пять кредитов. Но, конечно же, серебряный Дэрил нам не нужен, потому что у меня есть вот этот Дэрил. Угу. Давайте, наверное, за Дэрила поиграем. Так, все, погнали. Ого, сколько пинов здесь на Дэриле. У меня на основе нету такого скина. У меня вроде есть, блин, Дэрил, который на основе нет, да, такого скина. У меня на основе типа скин. Я, в общем, не помню, как это называется. Реально. Ну, также скин за Бравл Пасс и... Там мега-ящик, мега-ящик. Понятно, что это боты играют. Смотрите. О, нет, доигрался. А 116. Так, новый уровень. Нет, да не хочу я покупать ничего. Потом уже будет бой или Эмс. Ну, конечно, лучше Эмс. Потому что, ну, Эмс получше будет, чем Бо. Ну, хотя Бо тоже хороший. Но Эмс получше будет. Кстати, я, наверное, знаю, почему убрали бойцов на пути к славе, ну, потому что новичкам было бы неудобно, типа, бойцы на путь стар, путь слава, чтобы все уж было. Но раньше бот тоже был эпическим, когда Brawl Stars был вертикальным. Я не знаю, зачем я ульту трачу, а хотя зачем она нужна, если все равно играю с ботами. Кстати, извиняюсь за шум на заднем плане. Так, 68. Что по квестам? А, да, я понял. Еще осталось 24 кубка. Так, смотрите, сейчас я кидаю дизлайк. И раз, два, и... Так. Ну да, за Дэрила прикольно играть. Я просто на основе редко за Дэрила играю. Как-то не очень. Ой, здесь же есть скин за подключение Суперселла, хотя он у меня есть. Ну ладно.
ну и стоп. А, да, уже девятая сила. Я думал, почему 1875? Я забыл, что уже девятая сила. Так, сейчас попробуем. Ага, нет, не получится такой тактикой. Ну и да ладно. Так. Ой-ой, конечно, опасно против Шелли идти, хотя это бот, ну ладно. 100% сейчас катится бот. А нет, бот не так устроен. Сейчас кину дизлайк. Да, вот так вот. Сколько у меня уже кредитов? Ой, хромокредитов. 310. Это я скоро смогу себе какого-нибудь бойца получить. А, блин, вольта не получится, жалко. О, кстати, сим стоит 349 гемов. Ну, а бастера так и так ты никак не получишь, потому что, ну... И Сэма никак не получить, потому что, ну, просто не хватит хромокредитов, а их-то никак не купить. То есть за хромокредиты честера получить вообще невозможно. Так... Стоп, это бот? Да, это бот, поэтому можно не бояться. Так. Я не знаю, зачем бочку со смолой юзнул. Ну, все равно это боты. Ой-ой-ой. Бот устроен так, он сейчас за ящиком пойдет. Да. Так, плюс 10. Разблокированный квест. Ничего себе. А я даже не знал, да. Тут даже... Ой-ой-ой. Я думал, реально квестов нет. Во-первых, на грест сначала нужно выполнить. Да, как бы выполнить на Грея квест? Ну, конечно, я знаю как. Так, берем Джеки в Броубол и все. А хотя, уже не успею. Ну хотя, а мало ли. Вот что вы не в кучке бегаете? Сейчас бы я вас вот так всех убил, хоп. Ой, этого не было, меня никто не убивал. В смысле? Так, конечно, они сейчас толпой пойдут. Я их вот так хоп-хоп-хоп и убью. Только 13 тысяч урона я нанес.
Да, 2 дня осталось до выхода, поэтому я, скорее всего, не успею выполнить квест на Грея и не смогу получить его. А хотя, мало ли. Шансы же какие-то есть. Реально новичку, реально бойцов получать вот полегче стало, чем через ящик. Ну, через ящик как-то это интересно хоть было. А так, как-то не очень. А что он делает, реально? Четыре страницы квестов, вы понимаете? Так. Монеты. Ой, я могу пассивку купить. Ну зачем? Зачем? Вот вы понимаете, редкий булл, редкий. Вот я просто не понимаю, как это так, зачем? А хотя, ну, может, так даже полегче будет новичкам. Два Дэрила. Еще и без скина, как очень странно. Ладно, не я забил этот гол, но дизлайк кидаю я, потому что бот не может кинуть дизлайк. Да бот вообще не может. Боже! Что? О, плюс еще пин. Наверное, его даже сейчас использовать и будем. Ну, либо, ну, вы понимаете, у меня нет желания это использовать. Тут уже спрей даже есть. Оуджи Чоу. Я просто реально вспомнил фразу Барли, вот это Оуджи Чоу Фроу. И вспомнил, что Барли индус. Ладно, шучу. Вот вы понимаете, боты вот так примерно двигаются, потом еще вот так делают. Ой. А, не повезло. Так, ну нет, они нам не забьют. Да мне мяч. Боже, какой же он тупой. Так. Эх, ну как-то 500 хромокредитов за один сезон это как-то мало, что ли? Один хроматический боец, максимум два. А, ну считайте 1000 хромокредитов. Так, ну чё, погнали дальше за Джеки играть. Или можем взять вот этого Оуди Троу Фроу. Ладно, нет. Почему они толпой не идут? Я бы их вот так хоп и убил. Давай, забивай. Хоп. Да боже, зачем он заносит? Реально, ботов не могли сделать, чтобы они забивали. Вот реально, они сначала вот так делают, потом типа крутые кликшотеры.
Еще квесты, боже. Плюс еще два уровня. Боже. Так, сейчас Джеки еще прокачать надо. Нет, не буду прокачивать. Два кристалла даже. Так, ну теперь Джеки стала сильнее и... Вот теперь нам две Джесси попалось. Почему чужие боты, ну, чужаки, так сказать, умные, а свои боты, ну, вы поняли, да? Свои боты не очень умные. Ну, вы, в принципе, наверное, поняли, что я сейчас сделал. Я просто тупо не забил, потому что, ну, вы понимаете, там, отсутствие мозгов. Так, ну ладно, лишние 1500 уронов. Вот смотрите, сейчас они подойдут, хоп, и я их просто всех убью. Вот, я сейчас опять вот так баловаться буду, так сказать. Ладно, все, не буду баловаться. Ну блин, я так еще не скоро выполню квест. Опа, разблокировано новое событие. А, рыборубка. Со скольки будет доступно? 800. Я типа раньше думал, что механика такова, что у нас будет такая валюта, как кредиты, и мы должны будем за эти кредиты покупать именно бойцов. А разработчики все предусмотрели, что мы не сможем получить бойца, именно которого, который нам нужен. Так. Да боже мне, пацани. Ой, какой же он тупой. Удали игру, реально. Я вижу, что это не бот, потому что он крутится. Смотри. Да, даже по движениям это не бот. Это просто даун. Так, подождите-ка. Ха-ха. Еще и Брока получил. О, конечно же, кольта. Или все-таки Брока. Или все-таки кольта. Или все-таки Брока. Или все-таки кольта. Или все-таки Брока. Или все-таки. Конечно же, кольта. Новый эпический боец. Начни разблокировку. Прости, конечно, бот. Ты давно в игре, но я выбираю Эмс, потому что она лучше, конечно. Так, кольта пока прокачаем. Хотя бы на третью силу. Бам! И новый рубеж 400 кубков. Конечно, я хотел сделать проект как у Робзи, но... У него там уже 5000 кубков, а у меня только 400. Ну, потому что я вообще почти не играю на нем. Ребята, это уже игроки, потому что... А вот почему, интересно? Потому что подбор уже, типа, не сразу 6 из 6. А когда... А, против Шелли будет сложно. Ладно.
Я слил, вы понимаете. О, кстати, уже наполовину квест выполнил. Так, давайте, наверное, все-таки возьмем фокус, чтобы исцелять. Конечно, на второй силе. Ну, все-таки же с ботами играем, поэтому... Я не думал, что это так просто. У него такой радиус, мне кажется, у него меньше был радиус атаки. Понятно, это боты еще. То есть они даже пины не кидают никакие. Там, даже в прошлой катке чел дизлайки кидал, когда я на Джейке играл. То есть все получается. Это настолько легко. Так. А хотя, давайте еще каточку. А хотя я уже исцелил. Все, уже никак не отменить. Ну ладно, халявные 8 кубков. Да боже, мне уже попадались эти челы много раз. Это у ботов типа теперь ники похожи. Лень делать ники? О, нет! Так, Джейки пусть. За него, конечно, большого урона они... Ну, хотя нет, наоборот, можно. Ну понятно, вот здесь уже давно игроки попадаются. Но по факту я вообще в Brawl Ball плохо играю, но... Так, еще плюс 8. А, это передай мяч. Еще плюс награда, конечно, небольшая, но... Но приятная. 50 монеток, нормально. Вот еще плюс очки силы подъехали. Можно еще Джесси про... Ой. Джеки прокачать. Так, погнали, давайте. Ну нет. Грей я все-таки сюда получу. Нет, я... Не пропущу шанс. Нет, ты не забьешь. Идем к Славе. Забивает гол. Ага, у него-то, наверное, только вот или прямой Шелли. Интересно, есть аккаунт, на котором нету Шелли? Ну, мало ли, забаговалась как-то. Хотя, такого не может в принципе быть. Ведь настройка идет так, что Шелли выдается всем автоматически. Забить. Ах. Ну нет, вот этот челик плохой, он лайк кидает. А хотя, нет. Это я плохой, это я дизлайк кидаю. Я плохой. Ну нет, ну нет, ну нет, ты же не забьешь. Ты же обычный бот, у которого 100 кубков. Прикольно. Что там по квестам в броулбольчике? Сколько же квестов на одного и того же бойца? Передай мяч. Вот это передай мяч, это вообще тупость. Вдруг чел, типа, не будет его ловить. Ну, типа, какой-нибудь. Ну, вот, который специально руинит квест. Вот это как-то плохо.
Вот сделали бы там квест «Сыграй мяч», да, матч. «Сыграй матч 5 раз». Ну, боже. Давай вот так кидай мячик. Ну, блин, ну будь человеком, пойми, что квест. Ну, уходи. Ну, Кирилл, ну вот реально, будь другом. Ну, передай ты мне мяч, боже, чел. Он думает, что его не видно. Ай, какой же он тупой. Это, наверное, 7 лет какая-нибудь, 100%, которая Бравл Старс скачала. Я не понимаю. Так, давайте лучше вот с Нитой квест повыполняем. Ну, не получится. О, получилось. Кстати, у меня же скоро Эмс будет уже. Ну как, не очень скоро. Сейчас я, считайте, половину полностью. Следующий либо Брок, либо Бул, либо Негр. О, я могу кого-нибудь из них сейчас разблокировать. Ну, зачем, реально? Ой, 20 минут видео идет, это капец. Никогда столько видео у меня не шло долго. Ну, будет первое видео на моем канале, которое длится 30 минут. Ну да, смысл вырезать тут моменты какие-то, если это все важно. Давайте в льду потратим. А.